проблемы, на самом деле, с которыми сталкиваются лизинговые компании и федерального уровня, и регионального, они, так скажем, в общем-то, схожи, но есть и свои отличия. Для региональных компаний актуальны проблемы, связанные с привлечением финансирования под лизинговые проекты. Имеются проблемы некоторые, связанные с ограниченностью клиентской базы и инструментов, в форме которых они могут привлечь финансирование. У крупных компаний основные проблемы и задачи связаны с расширением клиентской базы, с налаживанием отношений с поставщиками, поиском новых клиентов. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть как бы особенности у всех, у лизинговых компаний есть заинтересованность в привлечении клиентов, популяризации такой формы финансирования, как лизинг, и в том, чтобы все эти процессы получали поддержку на региональном уровне.